Здрасте. А, здравствуйте. Вы за машинкой? Да, за красной. В смысле, за черной? В смысле, за красной, на которую упало ведро с черной краской. А, это та еще, которая лобовой вдребезги, да? Да, это то, где вдребезги. Вы, девушка, поменьше, под балконы. Ставьте машинку, хорошо? Угу. Серега! А, здравствуйте, девушка. Что у нас там по красной тачке? Так, а не готова ваша еще машинка-то? Стекло не можем никак подобрать. Подождите, как не готова? Я же вам звонила. Вы же мне сказали, к утру все будет готово. Да? А, наверное, я просто имел в виду другое утро. А, понятно. Шутники, да? Класс. Слушайте, смотрите, я с вами по-человечески общаюсь. Не кричу, не ругаюсь, пока не жалуюсь. А вы с этим идиотским стеклом месяц возитесь. Не состыковочка. А я на работу опаздываю. И, между прочим, я пилот. Давайте, делайте что-нибудь, ребят. Сейчас все сделаем. Ребят, спасибо, что выручили, конечно. Но, пожалуйста, сделайте к вечеру мою машину. Не волнуйтесь, девушка, все будет хорошо. Обещаете? Точно. Спасибо. А почему тут три педали? Двор 746. Уходите на второй круг. Принято, уходим на второй круг. Куда на второй? Эй, ты, радионяня, полоса свободна, откуда второй круг взялся? Двор 746. Мы ожидаем частный рейс. Он будет через 10 минут. Отлично, успеем. Борт 746. Вы нарушаете прямые указания руководства. Уходите налево. Налево твой дед ходил, а я не собираюсь ждать богатенького придурка на частном самолете, потому что, а, у нас топливо на исходе, б, дети орут на борту, и в, да вы охренели, я уже 8 часов в туалете не был, потому что своему второму пилоту я не доверяю даже автопилот, прием. Простите его, пожалуйста, у него сегодня трудный день. Второй пилот Овечкин, не создавайте помехи в эфире. Как поняли, вышка? Сажайте, полосу освободил, но я это отражу в рапорте. Отрази в рапорте свою тупость, осел. Абакан, Алахабад, Аман, Анапа. Ангарск, Апатит, Афины, Айанапа. Никит, ты нормальный человек вообще? Девочки, прекрасного вам дня. Чего? Жанна! Их что, здесь правда нет, что ли? Да сто пудов, Никита! Не, ну он, конечно, бессердечный тип, но он же не мерзавец. Он сто пудов нажрался пончиков, поэтому такой счастливый. Он у меня доигрался. Я сожру его спаржу. Нет! Нет! Мы будем поступать более хитро. Мы купим еще пончиков. Ой, давай не надо, а то я их скушаю, я подобрею, и моя месть тут же остынет. А мы не будем их жрать, если получится. Мы будем на них ловить, как на живца. Я поймаю этого гада на мандулу. Аккуратно, посторонись. Толян, что такое? Аксон, это наше будущее. Познакомься, наше будущее. Знакомься, это Максон. Упаковка багажа? Да, мы будем обматывать за 300, а не за 400, как все остальные. Смекаешь, о чем я? Блин, а ты не подумал, что это может разозлить настоящих обертывочков? Слушай, ну у них там вон своя корова. Все нормально, что ты? Ну не знаю, обертывочки, это ж мафия. Самые агрессивные чуваки у нас в терминале. Ну, кроме таксистов и тех, у кого отменили рейс. Да у нас разрешения нет. Макс, охранники, это свои люди. С обертывочками, ну мы договоримся. Потому что бизнесмены, они всегда находят общий язык. Поэтому, если ты со мной, 25% твои. Че 25? Ну, ты посмотри, маленький, но амбициозный. Хорошо, так и быть, ты мне как брат, поэтому от всего дохода забирай четверть. Другой разговор идет. А ты умеешь вести переговоры? Кулагин, что-то я не помню, чтобы в летной школе нас учили называть диспетчера ослом. А правда говорят, в наше время образование испортилось? Я прошу тебя, из-за твоей грубости нас могут отстранить от полетов. Овечкин, ты-то чего переживаешь? Сидишь, как фарфоровая кукла в кабине, и ни хрена не делаешь. Тебе терять нечего. Леш, я всю жизнь мечтала быть пилотом. И я не хочу потерять эту работу из-за того, что у тебя плохой день. Плохие дни — это у вас. А у нас бывает просто хреновое настроение. Открою тебе маленькую тайну. Есть три проклятые профессии.
Русский футболист, диспетчер и тетка на почте. Пока пинка не дашь, никто не шевелится. Может быть, ты хотя бы просто попробуешь быть вежливым, а? Я, конечно, понимаю, что для тебя это нанотехнологии, но хотя бы в качестве эксперимента. Однажды попробуй сказать просто «спасибо». Буквально сегодня я говорил твое спасибо. Вот этой машине выдающий кофе. Толку-то чего? Слушай, может, с людьми попробуешь, а? Добрый вечер. Пожалуйста. Слушай, Овечкина, может быть, это все работает в твоем мире розовых пони? В моем мире все решает. Волшебный пендель. Кофе захочешь, обращайся. Капкан. Готов. На кого вы тут охотитесь? Ты представляешь, Никита в наглую жрет наши пончики, а потом нам же желает прекрасного дня. Да. Вам хотя бы кто-то желает прекрасного дня. Я уже замучилась с этим Кулагиным. Я была уверена, что вы уже нашли общий язык. С кем? С этим пещерным человеком? Я ему по-русски, а он мне... Ты чё? Может, вам пещерному человеку просто время нужно? Ага, чтобы эволюционировать. Только у меня нет лишних пары миллионов лет. И летать я хочу сейчас. Как мне сделать человека из этого Homo Coolagius? Слушай, у меня идея. У нас в стрип-клубе работал отличный преподаватель по этикету. Нет. Ну почему нет? Знаешь, сколько там работал тупых провинциалок? Не всем же повезло родиться с моими мозгами. Ничего смешного. Так вот, это я к чему? Это я к тому, что тот преподаватель из самой последней хабалки делал прекрасную принцессу. Кулагин никогда в жизни не согласится идти к преподавателю по этикету. А ты думаешь, тем девочкам из Тамбова было очень интересно узнать, в какой руке вилочку надо держать для яйца пашот? Зачем стриптизерши знать, как правильно есть яйцо пашот? А зачем пассажирам знать, как правильно надевать спасательный жилет? Мне когда-нибудь кто-нибудь это объяснит? Ситуация просто один в один. Девочки, начать надо с того, что наша девочка из Тамбова по имени Кулагин не хочет быть дружелюбной и вежливой. Для этого случая есть специальный раздел. У этого же преподавателя называется «Вовлекай и провоцируй». Он немножечко посложнее. Я тебе сейчас его найду. Вот, смотри. Раздел первый. Значит так, провоцируй и вовлекай грубияна на хорошие поступки. Создай вокруг него обстановку, которая заставит быть его душкой. Стопэ. Ассистент, скальпель. Разрез. Все, наша авиакомпания желает вам приятного полета. Не теряйте багаж. А? Ленточка. Крутится, лавашечка мутится. Давайте вас сюда. Здрасте. Это вы правильно делаете, что упаковываете багаж. Погнали. Сейчас, знаете, такие времена тяжелые. Никому доверять нельзя, особенно грузчикам. Такие все, ребят, воришки еще те. Спасибо, теперь ничего ценного багаж сдавать не буду. Не, ну не надо так, чтобы совсем ничего ценного сдавать. Так просто, ассистент, адрес, просто упаковывайте. Упаковывайте как можно чаще и желательно у нас. Так, ассистент, задача? Есть. У нас все точно, как в аптеке. Привет. Счастливого пути. Здравствуйте. Что, упаковать? Эту могу за 50. Можно вас на пару минуточка? Да, пожалуйста. 10 секунд. Сейчас мы вернемся. Небольшой технический перерыв. Слушаю вас. Меня зовут Вахтанг. Я зовут Анатолий. И что? Я тут, как бы главный в нашем цехе. Смотрящий. Будем считать лидер профсоюза обертывальщиков. Так. Мы 12 лет на этом терминале целлофан пеленка крутим. Угу. И нам не очень нравится ваша конкуренция с вашей стороны. Анатолий. Понятно. Видите ли, в чем дело, Вахтанг? Конкуренция – это двигатель прогресса. Поэтому, если вам не нравится конкуренция в нашем лице, вы можете выбрать себе любую другую профессию. Например, пойти в кино. Вы бы шикарно смотрелись в армянской версии сериала «Игра престолов». Я прям вижу ваш карьерный рост. Я на вас понял. На ближайшее время я и мои генеральные учредители будем на вас подготавливать адекватный ответ на ваши предложения. Ну и нам на вас большое спасибо. Блин, ну что я говорил, серьезные ребята. Дети, умоляю, какие они серьезные парни. Их лидера может ворона унести. Ты видела его морду? Угу. Сытая. Прямо углеводная. Я так и знала. Все, попался мерзкий черт. Пора ему мстить. Я все-таки сожру его спаржу. Подожди ты с его спаржу. Мы сделаем хуже. Мы разрушим его мир. Угу. Ты мне просто скажи, как. Весь его мир. Ну? Ну вот. Давай, давай, давай! Дай ты его нормально, а!
депутация Лепина! Кулагин! Ты что, ку-ку совсем, что ли? Привет. Здорово. Я взяла у Степанова твой номер телефона, но дозвониться тебе невозможно. Здесь от воды любой сигнал хреново ловит. И меня это устраивает. Включайся, Пилот на воде, как хомяк, живущий в домике для Барби. Да нет, странно, просто ты на лодке живешь. Овечкина, в отличие от самолета, здесь я могу тебя за борт выбросить. Ты как, давно купалась, а? Так, за борт ты меня уже выбрасывал, я помню. А ты, баба Бумеранг, постоянно возвращаешься. Я просто хочу пригласить тебя в хороший, уютный ресторан. В ресторан? А у нас наметилась дружба? Я что-то не заметил. Да нет, боже упаси. Грубияна нельзя заставить, но можно обхитрить. Короче, я присмотрела себе одного молодого пилота. Так. Если он согласится со мной летать, то ты сможешь вернуться на грузовые рейсы. Да ладно. Только тебе нужно будет прийти и рассказать этому пилоту о нормативах и системах, по которым мы работаем. Ну, да-да. Я ведь этих нюансов не знаю, я ведь только второй пилот. Слушай, если это поможет мне вернуться на грузовые рейсы, я даже десерт съем. Я сейчас. Для начала заставьте грубияна поменять привычный внешний облик. Внешняя культура ведет к культуре внутренней. Кулагин. Только этот пилот девушка. Опять баба. Скоро даже президентом будет баба. Я знаю, ты никогда бы не стал изменять этому свитеру ради меня. Вы же столько лет вместе. Может, у тебя найдется что-нибудь попривлекательней, не только для Молли. Развели тут матриархат. Ты похож не на кузнечика. Даже свитер-старичок лучше этой рубашки. Да ладно, нормально, чего? Так. Тебе самому это нравится? Ну, нормально, чего ты? Нет. Но совсем другое дело. С ботинками вообще будет отпад. Пошли. Извините. А? Ну, наконец-то. Долго я тут буду ждать еще, а? Где здесь молодой человек стоял? Сказал, в туалет. На минуту. И пропал. Уже полчаса жду. Ну, блин. Ты держите. А вы куда? В туалет! Не ждите меня! Я их всех найду! Я каждого найду! Не только не это. Нет. Нет. Кто это сделал? Я спрашиваю, кто это сделал? И так будет с каждым, кто позарится на наше имущество. Немедленно. Верните все на место. Купишь себе новые магнитики. Мы же себе купили новые пончики. Я не брал ваши пончики, это во-первых. Во-вторых, слушайте, вы две дурочки. Где я, по-вашему, возьму магнит с Бомбеем, если он уже 20 лет, как Мумбай? Слушай наши условия. Принесешь коробку пончиков, вернем твоему холодильнику первозданный вид. Да хватит меня снимать, дай спокойно сюда. Спокойно. Уважаемый. Я не собираюсь потакать вашему идиотскому шантажу. Если сейчас же моя уникальная коллекция магнитиков не вернется на родное железо, ваш следующий рейс будет... Куда? В Анадырь. Блин, Настюх. Спокойно. Хорошо. Мы слетаем в Анадырь. Только ты никогда, слышишь меня, больше никогда в жизни не увидишь свой Бомбей. Если, конечно, его не переименуют обратно. Понятно. Нина, что ты клюешься-то? Что, вам пончиков купить мне, да, мне не жалко? Через час на этом же самом месте. Ладно, договорились. Леш, почему ты не носишь этот пиджак? Он очень тебе идет.
потому что он несчастливый. Дай угадаю, ты попал в нем в сильную турбулентность. Ну, типа того. Женился в нем, развелся, кстати, тоже в нем. Прости, я не знала, что ты был женат. Зима, нелетная погода, неожиданное возвращение домой, жена в шоке, любовник на балконе, кровь, слезы. 8 лет строгого режима. Ты был в тюрьме? Я был женат. Это то же самое. Да? Прикинь, я этого чувака на балконе закрыл, он себе яйца отморозил. Дело минус 20 было. Вот так. Так, тебе изменила жена. Ну, а ты как думала? Пилоты после матросов самые рогатые люди. Я бы на твоем месте за Антоном-то присматривал бы. Так, а Антон тут при чем? У нас с Антоном такого никогда не будет, потому что у нас с ним проверенные временем и сбалансированные отношения. Между прочим, мы вместе со школы и даже ни разу не ругались. Понятно? Странно. Значит, не любите друг друга. Очень даже любим. Просто наши чувства выражаются в вежливом обращении, в заботе друг о друге. Это здоровое отношение, понимаешь? А что ты так завелась-то, Овечкина? Я же пошутил. Так знаешь что? Это... Ладно, ладно. Где твоя пилотесса-то? Едет. Чайку подкинь, командир. Спасибо. Ты видел? Ты видел, как он улыбается? Это потому, что я сказала ему спасибо. Это тупо. Твое спасибо, потому что человек просто выполнил свою работу. А зачем диспетчеру твое принял? Спасибо — это то же самое примерно, только на земле. Ладно, ладно. Принял. Принял. Не обращайте внимания. Ну, хотя бы так. Не распустившийся бутон розы. Поливайте его, удобряйте, и он раскроется прекрасным культурным цветком. Что задумалась, Овечкина? А, так, о садоводстве. Есть дача? Угу. Надо ее только немножко облагородить, подстричь, выдирать сорняки. Ну, вообще как-то привести в порядок это. Что, все. Так все запущено? Да. Очень запущенная дача, Кулагин. Вахтанг, ты просто не представляешь, с кем ты связался. Знаешь так, во-первых, не брат ты мне. Во-вторых, это твой целлофан. Он покажет тебе детским лепетом. Я тебя и весь твой профсоюз расфасую по чемоданам, брошу на ленту. Вы мне лет 20 крутиться-вертеться будете, понял? Да, ты все правильно меня услышал. И вообще, знаешь что? Знаешь что, Вахтан? Я забиваю тебе стрелку. Да, на складе в 11. Все, пока. Брат, блин, Толян, ты вообще видел, сколько там этих обертывальщиков? Макс, мы грузчики. Мы как пчелы, понимаешь? Тронешь одну пчелу, будешь иметь дело со всем ульем. Давай! Овечки, ну честно скажи, ты что, обманул меня? Никакой девушки-пилоты нет? Это такие шуры-муры, что ли? Ну, Кулагин, ну какие шуры-муры? Не, ну можешь не отвечать. Я нормально провел день. Теперь я даже знаю, как тебя звали в летной школе. Да, Гаечка? Блин! Ах ты! Непрофессионал! Вот видишь, есть же слова другие, кроме матерных. Блин, ну-ка так, подожди. Мое любимое пальто. Подержи, подержи, достань, да, сейчас. Салфетки, а? Вот еще салфетки есть, да, сейчас. И помните бывших грубиянов. Кулагин! Тихо, 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 погоди-ка, погоди-ка. И алкоголиков не бывает. Стоит вам ослабить хватку, доброты, и они тут же возьмутся за старое. А, это я типа алкаша, да, которого надо спасать? Нет. Вот что значит у нас сегодня было. Кулагин, ты все не так понял. Сорняки из меня вырвать хочешь, да? Слушай, там всего лишь элементарные советы по этикету. Хочешь, я тебе дам свой совет по этикету? Иди к черту со своими советами и со своей вежливостью. Пожалуйста. Леш! Кулагин! Она не заводится, помоги, а? Заварным баварским кремом. Может, вам наркотики в аэропорту искать? Вместо собак. Магниты при вас. А теперь медленно двигай коробку к нам, так, чтобы мы видели твои руки. Руки! Двигай. Господи, слава богу, Каракас, Париж, Лондон.
Чебоксары! Мои любимые чебоксарики, господи! Стоп, а где Бомбей? Бомбей где? Грязные обманщицы! Это наша страховка. Он останется у нас. И если еще хоть один пончик снова исчезнет из холодильника, ты получишь свой Бомбей обратно! По почте! По кусочку! Понятно! Да я вообще не ем сладкого! Я сама видела, как ты ел шоколадку. Это был гематоген. Если я съем хоть какой-нибудь десерт, то я полечу не в Берлин, а в больницу. У меня аллергия на сладкое. У меня даже справка есть. Понятно? То есть крыса не ты. Чтобы через 5 минут Бомбей был на месте. Крысоловы. Подожди. Так кто же тогда пончичный вор? А? Господи, ты на меня так смотришь? Я уже на себя подумала. Блин, Толяна, ты точно уверен, что нам эта стрелка нужна? Может, мы лучше извинимся? Скажи это тем 15 пацанам, которые отписались в общем чатике. Чувак, все придут, мы им наваляем. Мы ули! Мы сплоченная команда! О, Димон уже здесь. Слушай, Костик спину подтянул. Ага. Он просил передать, чтобы мы им там показали. Витёк только что был, задолбался ждать. У него электричка последняя, он ушел. Остальные? Ну, остальные, когда узнали, что ты на обёрточек попёр, они сразу слились. И сразу бы всем так написал. А то мы думали, какие-то лохи там нас унизили. Ага. А ты чё пришел? А я сейчас вообще на обезболивающих. Так что мне по барабану. Везёт. Ну тогда... Это безумный Вахтанг. Ну, Толян, что ты там говорил, обещание с нами делать? Давай, приступай. Слушайте, может, перенесем, а? У нас просто опоздало 40 человек. Не, надо сейчас. Все-таки не хватает нам, грузчикам, сплоченности. Вот если бы все пришли, то кто бы сейчас крутился на этой ленте, а? Вахтанг и его команда. Знаешь что, Толян, когда мы с Димоном отсюда выберемся, мы тебе такую сплоченность покажем, на всю жизнь запомнишь. Бзззз. А мы скоро выберемся. Мне уже таблетку пора принимать. Здрасте. Здрасте. Ой, хорошая. Чего улыбаетесь? Готова моя машинка? Мы улыбаемся, потому что все хорошо. Мы нашли нужное вам стекло. И оно будет буквально через 22 дня. Рабочих дня. 22 рабочих дня. Ой, а я так вежливо вас просила. Видимо, Кулагин был прав. Если через 5 минут моей машины не будет здесь, я вам оторву голову. А можно 10 минут? 5 так 5. Да ладно. Овечкина, ты чего? Я сейчас столько новых слов услышал, даже некоторые я не знаю. Гордишься мной? Еще бы. Слушай, а я хотел тебя проводить, а сейчас смотрю, думаю, может, лучше ты меня проводишь, а то у меня райончик стрёмный. Очень смешно. Да, Кулагин, иногда твоя манера общения бывает очень даже уместной, но это иногда. И, кстати, спасибо за некоторые слова. Пожалуйста. Что ты сказал? Ты ничего не слышала. Ты сказал «пожалуйста», я слышала. Лучше прочись, овечка. Вы чего меня пугаете, а? Сейчас умру от инфаркта. Кто вам будет зарплату платить?